Каждый новый город строится на костях старого. Если бы эти камни могли говорить, что бы они рассказали? Вон там сколько народу идет. Появляется из ниоткуда. Чувствую, мы идем прямо на какой-то концерт. На какое-то представление, где, по идее, главным номером буду я. Потому что у меня глаз какой-то синий. А может быть и нет. Посмотрим. Ну, давай вниз. Это не видно. Процессия озаренных движется не спеша. Есть время, чтобы вскарабкаться обратно. Нам надо обратно. Что дальше? А, Е, чтобы спуститься. Ага. Ну, давай, спускайся. Я же удерживаю Е. Вот оно как. И чё дальше? Все, я понял. Что, мне теперь обратно наверх залазить? Можно еще вниз немного спуститься. Вон там, кстати, рычаг какой-то. Давайте мы его покрутим. Да? Наверх больше поднять не могу. Значит, окей. А, что-то совсем низко опускаю, нет? А, нет, все вроде. Тут оно как. Только что мне это дало? Зачем? Так. Там кто-то пробежал. Понятно. Понятно. Все понятно. Хорошо, что я прям не смотрел туда тогда. Так, краем глаза увидел это. Ладно, возвращаемся обратно. Понял, сейчас будет что-то интересное. Давайте в самый низ. Самый низ. Да, в принципе, этого нам должно хватить. Все, и пошли. Воу, а как? Что ты не прыгнул? Там что, прыгнуть тяжело было? Блин, ну что ж за подстава такая? Так. Забрали, хорошо. Надо, видимо, опускать и немного подождать. Так. О. Хорошо. Ну, теперь пошли наверх. Нам, как я понимаю, больше ничего не остается. Вроде бы тут и больше некуда идти. Сейчас, наверное, у нас опять ужастики начнутся какие-то. Так, ловушки. Ловушки. Ловушки — это, конечно, плохо. Но. А мы можем. Можем забраться. Все отлично. Угу. Так. Так. У него ничего не было интересного. Вроде ничего не было. Окей. Письмецо. Кладовая. Так.
Давайте почитаем, что у нас. Глава 7. Всего лишь 6 записей у нас. Гарри, я запрятал наши причиндалы так глубоко в эту поганую дыру, как только смог забраться сам. В этих руинах нет никого. Одни попрошайки, которые не обратили на меня внимания. Если что, веревки все еще у меня. Встречаемся завтра на пристани. И кладовая. Я поставила замок на дверь кладовой. Сестра. Наши ряды ширятся, и мы должны беречь ресурсы, находящиеся в распоряжении озаренных. Я верю, что ты будешь открывать комнату лишь для тех, кто это заслуживает. Так, как я могу выключить? Ну ладно. Хотят, чтобы я выключал и позабирал там весь этот хлам. Ну и ладно. Лужа крови. Весело. Зараза! Это был лифт припасов. Какой оброк я сделала? Это все порождение тьмы. Они идут на шум и движение. Зачем? Будьте осторожны, братья. Пройтись там. Так, в город озаренных. Кого мы там еще должны парочку человек убить и оглушить? Спалили. Ладно. Зараза! Это был лифт припасов. Какое отродье это сделало? Это все порождение тьмы. Они идут на шум и движение. Будьте осторожны, братья. Перемены пришли, и их не остановить. Так, о, все, я хоть в тени. Тут я себя хоть в относительной безопасности чувствую. Так, сохранимся. Что случилось с этим местом? Кажется, у меня зуб шатается. Там не идет хоть с той стороны. Дружок, вроде не идет. Так, ладно. Бросаем этого. И давайте. Ну, там что-то дергалось, а что? А, спалил, да что ж такое? Что-то дергалось. Ничего не дергалось, тебе показалось. Что-то не так. Опа. Могу я обойти? Да, торговцы баландой пропали. Торговцы баландой пропали. Эй. Да ну что ж такое? Ну елки-палки. Ну чё меня вечно палят? Патрули эти. Так. Неверный. Даже так запалил. Ладно, не получилось. Я хотел так, чтобы быстрее так промчаться. А не вышло. Все равно придется ждать, пока он отойдет. Ладно, подождем. Так, все, можно здесь хоть сохраниться. Ах, как мне тяжко. Так. Если зазеваюсь, крысы сожрут. Там можно вниз спуститься. Не знаю зачем. Но можно. Так, этот сюда не ходит. Бесконечно. Опа, а этот сюда ходит. Он слепенький трохи. Нормально, пойдет. Хотел бы я оказаться там и сжечь замок барона.
Хорошо. Чё ж ты так кричишь-то? Опять несчастный случай очередной. Все под контролем. Так, сохраняемся и попробуем сейчас выглянуть. Этот уже должен, по идее, обратно идти. Да, вот он идет. Подождем. Так, куда нам... А, ну, в принципе, вот как раз вот в эту пещеру. Ой-ой-ой, как-то страшно ты так-то вышел. Ну, все, давай, уходи. Голова раскалывается несколько дней. Все. Есть такое дело. Так, смотрим, что у нас. 15 оглушений есть. Обстановку я так и не понял пока, как пользоваться, где можно там что-то использовать было бы. Но, наверное, где-то можно что-то было бы. Так, тут что-то блестело. Ага, брошка. Оу, сейф. Сейф. Ха. Так, я тут, наверное, много уже потерял, многое пропустил, и сейф, я даже не знаю, как я смогу открыть. Да, тут сложно будет, может где-то, конечно, есть подсказки, пароль нацарапанный где-то, но. Такое ощущение, как будто бы мне вода на голову только что пролилась. А может быть, кстати, там на столе? Ну-ка, сейчас пойдем посмотрим. Тут все равно уже вроде никого нету, можно спокойно бегать. Нет, тут только у нас монетки. Может, где-то там внизу, может быть, запросто, может быть, где-то внизу, но я туда не полезу, честно. Пока что желания никакого нету, ради сейфа лазить здесь часами. Штучка интересная. Так, поэтому мы топаем дальше, но у нас уже пора заканчивать серию, хотя, блин, я не знаю, давайте добьем, наверное, уже эту серию, ну, в смысле, эту главу. Так, сюда. Будет серия больше, чем час. Но мы ее добьем. Ух ты ж, елки-палки. Привет. Все, этого нету. Ну, короче, сейчас начинается что-то веселое. Чувствую, следующая глава будет вообще вся с этими призраками. Сохраняемся. Все как в приюте. Ага. Их изменила Прималь. Их изменила Эрин. Надо срочно остановить Ориона. Пиршество этих чуваков. Так, что у нас есть? Огненная стрела не канает. Девятая, это у нас что? А, это световая шашка. У меня нету взрывных стрел. Говорили мне ребята в комментах, что вполне возможно взрывные стрелы были бы весьма неплохи. Но взрывных стрел у меня нету. Так, и как нам тогда пробраться за эти двери? Вижу там веревка. Это будет, короче, весело сейчас. Вниз... Не хочу я как-то падать. Куда он идет? Че они тут ходят вообще? Ну, видимо, придется вниз таки падать. Кого-то съели. Вот тоже свет. С одной стороны, сейчас мой друг. Но с другой все равно, как был врагом свет, так и остался врагом для меня. Потому что, как и раньше,
на свету меня лучше видно. Туда нет, не запрыгнешь. А, вот веревку можно пустить. Хорошо, давайте мы пустим веревочку. Окей. Так. Стрёмные ребята. Окей, поднимаемся. Неплохо, неплохо. Так, сохранимся и попробуем сейчас залезть. Давай, 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 давай. А, как раз... Стоп, а, ага. Я понял. Давай. Давай, давай, крути, крути. Крути, не останавливайся. Так, а ну-ка, цели сейчас... Провал, быть невидимым провал. Нет, надо, значит, быстрее крутить. Лучше, сейчас я... Мышкой, конечно, крутить очень неудобно. Очень неудобно. Да будет свет. Ну что, мне это дало? Ничего. По-моему, они меня видят. По-моему, они меня спалили все равно. Нет? А, нет, не спалили, все хорошо. Да. Да? Да, окей. Сохраняемся, потопали дальше. Так, ага, ловушка у нас тут, да? Это ловушка была такая. Я понял. Или это не ловушка? Там, по-моему, было как будто бы, ну, нажимные плиты были. Все-таки. Как будто бы... Так. Что я здесь забыл вообще? Что я здесь делаю? А? А, вон, да, краник. Краник, краник, краник. Все, перекрыли. Это, наверное, все же не ловушка была, хотя... А, нет. По-моему, все-таки, да, здесь кнопочки нажималось-то. Плита, может быть, нет, но не столь важно. Так. Город прогнил из-за неверных. Семнадцать метров вверх. Всего-навсего. Так. Интересно, что они кладут в баланду? Эти со своей баландой меня уже немного достали. Так. И тут я понял, что сюда мне не надо. Шея затекла. Так. Этот звук. Кажется, что-то движется. Прямо за воротами. Это те твари, я знаю. Так близко они еще не подходили. До сих пор. Как ты думаешь, а их Орион может спасти? Что? Чудовищ спасти нельзя. Мы должны охранять ворота. Так, уходят, хорошо. Чертова головная боль. Даже целиться не могу. Я не боюсь. Меня благословил Орион, и страх ушел. Я сам убил громадного стража в Грейстоуне. Но эти твари противоестественные. Как думаешь, откуда они взялись? Из-под земли выползли? Или из моря вышли? У меня в висках так стучит, как будто они вскрыли мой череп. Что? Там движение. Кажется. Где? Никакого движения. Я ничего не вижу. Все, уходим. Уходим. Так. Еще что-то поломалось.
крутить мне больше всего не нравится. Очень неудобно мышкой. На клавиатуре, наверное, там этот крутишь, да? Наверное. Джойстик. Опа. То есть мне нужно туда сейчас будет пробраться, да? Орион занимается целительством в этой ротонде. Эрин где-то рядом. Проникните в ротонду. Так. Сразу кинем веревку. Раз нам прям вот так вот показывают, да, что можно кинуть ее, то мы кинем. Давайте свет потушим. Вот рядом с этими двумя парнями. Уж очень тут хорошо его можно потушить. Его ведомка, кто зажгли? Так. Займись огнем, брат. По-моему, меня спалили только что, нет? Или в натуре меня спалили? А кто меня спалил? Наверное, пес или птица опять. Что-то это нехорошо. Что-то нехорошо. Кто там? Что там? Хм. Ну, в любом случае, мы кидаем веревку. Это факт. Так, оп. И... наверное, тушим. Тушим. Я же говорил. Эй, ну что теперь? Проверь, что там такое, друг. И это тоже мы потушим. Так, сохраняемся и пошли. Ага. Птицы. Много птиц. Гадских много птиц. Нет, это нехорошо. Они, когда я... когда я, получается, скольжу, да, вот этим вот быстрым таким перемещением, то... ну, рывок делаю, да, то они палят меня. Это нехорошо. Ладно, тогда пойдем пока что... там, аккуратненько. А там... там стекло. Так, сохраним все. Попробую потушить, просто не тратя стрелу. И все-таки они нас боялись. Отлично. Друг. Или попробовать просто гневу. Банально потушить, но пройти аккуратно. Не спеша. Не спеша. Не спеша проходим. Что? О, как меня так взяли и спалили? Ну что ж такое? Ну в тени иду, ну никто меня видеть не должен. У меня что? А, надо было в этом, может... в режиме еще пройти. Орёт. Ну ладно. Там, короче, идем в обход. Стражи казались чудовищами в черной стали. Тогда все было. Ненавижу птиц. Ненавижу вас! Гадские птицы. Так. Я недостоин благословения Ориона. Там, в Грейстоуне, я колебался. Стражи казались чудовищами в черной стали. Тогда все было по-другому. И все-таки они нас боялись, друг. А? Пламя погасло. Займись этим. Огонь сам себя не зажжет. Пойду сюда. Так. Там тоже, наверное, можно пройти. Зачем я веревку закидывал? Интересно. Выходи или убирайся отсюда. Выходи. Сдавайся силам рассвета. Вытащи его из тени. Так. Рассвет поможет мне найти тебя. Но нам сюда не надо вовсе. Я тебя найду, неверный. Не сомневайся. Ищите ты меня, поймешь, семеро. Как сильно ты страдал, только когда он исцелит тебя, брат. Блин, опять птицы. Я уже представляю, что будет в 8 главе. Там вообще будет, наверное, жестко. Будут толпы птиц, везде собаки, все что угодно. Стражи казались чудовищами в черной стали. Тогда все было по-другому. Это печально на самом деле. И все-таки они нас боялись, когда мы выберемся из этих катакомб, это будет праздник. Сколько наших сгинуло без следа. Убито тварями в темноте. Я думал, это все байки. Везде по двое охранников теперь еще и стоит. Что дает дополнительную сложность. Мрак почти одолел меня. Ты поймешь, но затем Орион убил меня с улиц. Только когда он исцелит тебя, брат.
А это больно? Я как-то заглянул в сумку знахаря. Причем тут знахарь? Блин, последняя стрела удушающая. Нет, это не хочу. Орион. Сам Орион. Он спасет тебя силой своей веры. Я помню, как он поднес мне чашу святой воды. Она была кроваво-красной. И от нее прямо пахло жизнью. Жизнью, брат. Понимаешь? Блин, сколько тут охранников, а? Хоть бери там гранату им кидай и все. Но нет, это не мой вариант. У меня граната там, по-моему, вообще только одна. Так, ну ребята, ну хватит уже. Да, меня обожгло, но благодатное пламя выжгло. А, один охранник только вернулся. Или это еще один? Это пятый, наверное. О, все, они пошли. Я пойду вместе с ними. Так, я уверен, что надо веревочку кинуть. Вот туда. Еще одну. Ну, там я тоже был уверен, что нужно было кинуть, но там не нужно было ее бросать. На самом деле. Так, тихонько. Пол царства за кофе. Потушить мы тут ничего не можем. Так, надо сохраниться и поехали. Куда-нибудь. В уютный уголок. Интересно, он будет в шкафчик заглядывать? Могу я его оглушить, вырвавшись из шкафа? Давай, иди сюда, дружище. О, да, давай. Опа! Ну это не серьезно. Он меня увидел, получается, и... Я хочу быть невидимым. Я хочу пройти все миссии невидимым. Пусть это потребует дополнительного времени. Так. Как мы можем здесь забраться? По-моему, увидел, да? Увидел. Я должен найти неверного раньше, чем он убьет меня. Я что-то чувствую. Вон там. Так, а ну-ка, сохрани... А, мы не можем вытащим его на свет. Но я на самом деле не против, что он пошел туда. Как мы можем забраться, вот интересно, на веревку? Я знаю, что ты там! Голова болит все сильнее. Возвращается. Кажется, все тихо. Неверного здесь нет. Да. Продолжай наблюдение. Зло никогда не спит. Ну, сохраниться могу уже. Нет еще. О-оу. Что? Печально. Печально. Надо же было еще с этой стороны вышел. Непонятно откуда взявшийся охранник. Так. Надо, короче, здесь тушить. Так, ага. Потушил, называется. А че так? Понятно все. Странно, что когда вот птицы тревогу поднимают, то... Ну, тревогу, да, условно так сказать. Как-то не очень в тему я и вовремя оглушил этого товарища. Надо было, наверное, не оглушать его. Но этот свет потушить я никак не могу. В том-то и беда. Ты следующий, неверный! Следующий! Так, и потрачу последнюю удушающую стрелу. Я что-то чувствую. Здесь жертва неверного! Тащи его ко мне! Жертва неверного. Он выполнял священный долг. Где ты прячешься? О, блюдо! Есть контакт. Мы спрятались. Мы... Так, теперь можем забраться куда-то. Оу, вот мы можем еще сбросить. Подловить кого-то и сбросить на него вот эти ящики. Может, мы долго будем ждать, конечно. Я устал от
такой возможности. Ну давай, иди уже сюда. Если здесь кто и был, его поглотили тень. Не теряй бдительности, брат. О! Никто не нападет на меня первым. Идут. Идут. Они туда, наверное, не пойдут. А, он вообще упадет, наверное, сюда, да, на эти ящики. Ладно, сейчас. Какая бурная ночь. Сохранимся. Что-то здесь не так. Телефон звонит. Сейчас, ребят. Так, окей. Попрыгали дальше. Нам, как я понимаю, вот на вот эту вот штуковину, да, можно запрыгнуть будет, да. Испытание моей веры. Угу. Так. Спускаемся. И мы уже практически пришли туда, куда надо. Окей. План простой. Проникнуть внутрь и импровизировать. Отлично. Так, давайте вскроем замок, потому что, может, там что-то будет полезное. Мне вот, честно, я бы не отказался от удушающих стрел, от парочки хотя бы. На протяжении всей игры... Ну, совсем практически не приходилось ими пользоваться. Буквально было пару миссий, где нужно было действительно там птичек душить. О. Сегодня мы, наконец, показали барону Нордкресту, что люди — кровь и плоть города, и что с нами надо считаться. Чё-то город там хорошо, по-моему. Вашим мукам и страхам скоро придет конец. Друзья, настал новый день. Сила, что я дарю вам сегодня, отвадит от вас любую болезнь. Когда каждый будет помазан, мы отправимся с этим даром на далекие берега. О, снова начинается. О, маг. Я бы не отказался, честно, от мага. Так, и чё, куда? Что это такое? Ага. И здесь не бегать тоже ничего нельзя. О, ещё один маг. Ну, это, чтобы усиливать действия. Так. Вот, психотропных препаратов, да? Я все, мака. Больше нету места для мака. Я хожу, осколочки собираю. Отлично. И чё? Ага. Гаррет, что ты наделал? Мне это нужно. Нам это нужно. Ты разве не понимаешь, чего мы хотим? Орион, остановись. И перестать помогать людям? Не пытаться облегчить им жизнь? Ты не помогаешь людям, а обрекаешь их на смерть. Поначалу им хорошо, но поверь, их тела не выдержат силу примали. Нет. Этот фрукт мой. Крысиный король. Опять по карманам шаришь? Давно я тебя повесить мечтаю, мастер-лорд. Но мне пита не нужна. Вот этими руками я с радостью выдавлю из тебя всю душу. Да уж, пора. Можно преподать генералу урок. Или лучше оставить его в покое. Так, во-первых, я могу что-нибудь улучшить, не знаю что. Глушить врагов одним ударом.
Так, врагу в голову. Чутье. Давайте я возьму чутье. Я вот давно хотел взять чутье, посмотреть, как оно работает. Хотя я не особо расходую здесь. А, то есть теперь меня спалили, да? Гениально. А как мне тогда сделать так, чтобы меня не спалили сейчас? Или это невозможно? Так, мы это уже видели. Сегодня мы наконец показали барону. Так. Оу, нет, 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 нет. Так, хорошо. Давайте мы опять берем чутье, открыть, да. А, да. Назад, цели. Сейчас я невидимка. Все хорошо, давайте мы... Или лучше оставить его в покое. Ага, я здесь сохраниться не могу. Не, ну блин, ну это подстава какая-то. Ходите или сразитесь с ним. А, стоп, он меня еще не видит. Так. У нас есть... светошашка. Нет, он меня замечает. Но нет, это не серьезно. Я проигрываю. И самое смешное, что сохранение автоматическое у нас только... Можно преподать генералу урок. Какой-то вот это меня сохранило называется. Давайте преподадим генералу урок. Отлично, ты для себя украл могилу. Что мне это дало? Если честно, я даже не знаю, что я тут крутил только что. Так, маг. Дам тебе шанс умереть в бою. Можно его еще и обокрасть даже было бы. Ну, не знаю, давайте я... Я знаю, что ты затеял, мастер Вор. Отлично знаю. Блин. По-моему, стрелами его убить не получится. Так. Можно преподать генералу урок. Или лучше оставить его в покое. Обычно я убиваю по необходимости, но твоя смерть доставит наслаждение. Так. Тут два крана есть. Наверное, кранами его надо убивать. А не так, как мне бы хотелось. Вот ему пофигу, да? Ну, урон... А, нет, урон нанесся. Все, отлично. Мы сейчас его будем пытаться тогда расстреливать и... Ах, да ну что ж такое. Сегодня... Где мы наконец показали. Сейчас мы, значит, блин, а как у нас тогда? Барону Нордкресту, что люди. Сейчас мы загрузимся. Вот быстрое сохранение не прошло на пользу. Так что за пауза? Что за бред с этими сохранениями? Ну какой Рагуль, извините, их придумывал? Короче, нам банально нужно умирать, просто-напросто. Если вдруг нас спалили, да, и нам этого бы не хотелось, то нужно банально умирать и все. Так. Давайте вот водяную стрелу мы сюда закинем. Окей. Теперь попробуем сейчас... Урон идет вообще ему? Или это еще не хедшоты были? Он уклоняется, гадина. Нет, ему урон не идет вообще. Так, может зазубринами надо? Тем странно.
попал по мне, что ли? Так, ладно. Что-то вот именно так нужно загружаться. Нужно умирать, загружать последнее сохранение. Можно преподать генералу урок. Или лучше только так будет нормально все загружаться. Блин, ну я же в него как-то попал. Наверное, просто попадает редко. Огненные стрелы. Хотя, это вопрос. Огонь совсем скоро закончится. Нет, ему, по-моему, а все равно. Все-таки умеешь сражаться? Хотя нет, смотрите, я чуть-чуть не подгорает. А ты все-таки умеешь сражаться? Блин, ну как он так? Да, это будет сложная битва, но я хочу избавиться от него все же. Можно преподать генералу урок. Или лучше оставить его в покое. Да. Короче, надо... Ты больше не нужен городу, Гарет! Блин. Это что, приглашение? А-а-а, можно так делать даже. Окей. Ты слишком долго доставал меня. А вот сейчас вот урон не пошел. Сейчас немного пошел, так. Я найду тебя прежде, чем нас завалит обломками. Эх, промазал. Дешевые фокусы, вот. Ну ладно. Я решаю, кому жить и кому умирать. Так. Слазь. Давайте теперь попробуем за зубринами. Мимо. Ну, давай. Прыгай. А то! Так, а, это даже обычные были, там не зазубрены еще. Я знаю, что ты затеял, мастер Вор. Отлично знаю. Так. Надо сюда идти. Совсем скоро закончится. Что? Дешевые фокусы, вор. Ну ладно. Все. Все, это победа. Как правило, я не убиваю людей, если этого можно избежать. Угу. Но как и еще кто-то. Я не всегда следую правилам. Отлично. Так. А как? Стоп, почему я с него деньги снять? О, все, снял. Новый трофей, кольцо с янтарем. Так, тут у нас тоже куча вкусняшек. Давайте мы сейчас тоже все это дело заберем. О, взрывные стрелы. Ну, наконец-то. Первые взрывные стрелы, которые я нашел. Так, на еду нет места. Забираем все, что можно забрать отсюда. Теперь мы, наконец-то, можем спокойно свалить. Так. А вот как раз что открывал... Этот кран. Так, собираем. Ага, и второй еще, по идее, да, как раз с другой стороны где-то, да, вот. Второй. Отлично. Так, вроде бы все забрал. Можем теперь спокойно уходить с чувством выполненного долга. Так, дверь открылась, да, все отлично. Сохраниться, конечно же, нельзя, но
блин, еще и замок. Еще и непростой такой замок. Так. Оп. Угу. Сколько у нас уже? Скоро полтора часа, как серия идет, да? Но ничего. Готово. Есть. Седьмая глава завершена. Испытание убить, оглушить, украсть все. 30% только украл всего лишь. Ну, конечно же, я цель себе не ставил. Блин, как хищник прошел. Ну да, я правильно, я убил и этого, и ловца воров, и еще пару человек. Ну, одного так точно. А ну, кстати. Оглушение 14. Обнаружение 0. Убийств 7. Я разве семерых убил? Хм. Странно. Реально, это странно. 7 убийств. Я помню, одного в самом начале арбалетчика убил, это точно, а потом... А, еще одного, да, все, вспомнил, второго. И ловец воров третий, и все, вроде бы больше никого не убил. Может, конечно, я и забыл. Конечно же. Они прошли здесь, пока я разбирался с генералом. Я чувствую морской воздух. Выход где-то рядом. Так, ну, собственно, начинается глава 8. Ее мы отложим уже на следующую серию. И следующая серия будет, ребят, последняя. Пока что с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. И увидимся в следующей серии.